А я уже подумал, привет. Сейчас поедем и все узнаем. А я уже начал. Неужели я пролетел так? Они не сильно пахнут. Китайца? Да. Судя по походке, она еще много может. Тебе назад видно, поехал бы вас? Да. Да, можно, здесь есть сингелы. Копилок много, вот смотри. Поехали. Он есть красивый, до Мертвого моря. Центрально. Давай, держи. Я думаю, это нормально. А, ну да, это я точно не могу. Выкину? Подожди, подожди. Ничего не выкидывай, пока не собирался. Как оно было. Делай вид, как будто бы ползаешь от... Я уже ползал на голове. Из-за какой-то спицы, блин. Ну давай, встань уже. Ребята, кто хочет, тут есть бутерброд, огурец, морковь. Ты-то и не сильно не это самое. Что? Блиперсом. Поляну. А еще не хотели. Но где ты? Вот это шируют. Держи. Ледяная газировка на шеде. Не цель доехать до перекуса. А сал откуда, блядь? С Украины. Да ты что? Ух ты! Не про Петровска не было. 80 Донецка. Жены, да? Не про Петровска. Ух ты! А я чувствую по энергетике. Все, все резать. Скажи, по вкусу чувствую, да? Ребята, они сильно толстые.
передохни. Друзья, чтобы нам было всем хорошо. Подождите, подождите, мужичка. Уже выпил? Да. Нет, я еще не пью. Я не такой тост найдет. Чтобы я не заснул. Эта птичка летала высоко, высоко в города. Давай так, на полчаса, кратенько на полчаса. Птичку жалко. Вот действительно, чтобы мы не отрывались от коллектива. Мы не отрывались от коллектива.